На этот раз на проспекте Ленина около дома номер 14 никто не пострадал. Досталось только припаркованной машине. Виной всему стали ледяные сосульки, которые не были вовремя убраны с крыши управляющей компании, отвечающей за содержание дома. Как раз об ответственности за уборку сосулек и снега во дворах говорили утром на штабе по ситуации в сфере ЖКХ. Всем управляющим компаниям было дано поручение расчистить внутридворовые территории. Расчистка центральных дорог тоже под контролем. Очистка дорог, проездных, магистральных дорог первой, второй и третьей категории находится в удовлетворительном состоянии, как вы сами видите. Дороги частного жилого сектора каждую ночь работают до 5 единиц техники. Подвели недельные итоги работы всех коммунальных служб. Отопительный сезон в городе Димитровграде проходит в штатном режиме. Аварийно-диспетчерские службы работают также в штатном режиме. Графики дежурств у нас на новогодние рождественские праздники сформированы. За прошедшую неделю у нас на территории города нештатных ситуаций, которые могли повлиять на жизнедеятельность города, не произошло. Также на штабе состоялось награждение. Приз самому добросовестному плательщику нашел своего обладателя. Им стала Лилия Шатохина. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.